Четверо вушей у перелеску. Жил-был один маленький, кругленький, строкатенький черно-белый клубочек. Коли он народился, усе казали: «Які ж пригожий у нас трусик!» А якщо он тешился: «Ух ти!» Его почали называть ухтиком. Але пухнатые клубочки нараджаются не только у трусов, и в той самый день на свет з'явился маленький зайчик. Ён увесь час рабіў: «Ах, ахти!» И его почали кликать ахтиком. Як вушастые рассварыліся. Поселились вушастые на одном пералеску. Ахтик ля лесу под высокой сосной, а ухтик побудовал себе хатку на другом конце, под великим безовым кустом. Але с того часу, як у яго есть сябар, ён дома не бывая. Ну, подумал мотылёк и полетел поглядеть, ти не сгубился и ахтик. Але ж зайчикова хатка была пустая. Куды ж яны могли подеться? Вы не ведаете, ахтик, что мае супрать нас гэты слимак? Які вам клопот до слимакового настрою? Ведаете, что ухтик? Ходим до меня в гости. Вось будет файна, ура, ухти! Я зник. Ах, вы ж выглядаете, як неудалый грибок. Я поглядел, як бы выглядали вы у полной темры. Диво дивное, як вас змянил гэты капелюш. Чаго вы дивитеся? Гэта ваша вина. Кто принес мне такие великий капелюш, а? Вы, ахтиль. Я не ахтиль, я ахтик. Я такого не ведаю и такого не бачу. Ах, ахтиль. Пырснул ухтик и пошел прэч, як сапраўдны трус. И ну, як у кралик. Пакуль ухтик блукаў по пералеску сюды-туды, да ахтика прыйшла страшная думка. Гэты цыліндр мусіць губіў чараўнік, і ухтик цяпер зачараваны. Хто ведае, што з гэтага будзе? Лепш мне ўцячы. Спалохаўся ахтик і пазаеджу ўзяў ногі на плечы. Калі б ты бачыў матыльку, што сталася. Ухтик зачараваны. А такі ж быў. А такі ж быў файны трусік. Ухтик, вы там? А где мне быть? Хіба мяне гэты ваш дурный цилиндр отпустить? Дык я вас достану.
рабілі. Спочатку даєте мені капелюш, а потім його дзіраті. Ти не мешайся, пошарпаний мотыльок. А ви, заяць, ви нягоднік, нягоднік, прохвост. Или ходей. А ви, малий, пихливий, строкатий камячок. І я вже з вами, і на ти не перейду. На тих – це для сяброў. А ви – ніякий не сябра. Ах, я вам покажу нахабний трус. Хоча і я вам покажу, ви ще нахабніший заяць. І так яны дужаліся. Толькі калі двое дужаюцца злосцю, нічога добрага з гэтага не бывае. Што ты да нас лезеш? Я магу штурхаць, каго хачу. Вядома, мы можам і пабіцца, калі справа дойдзе. Ну, я пайшоў. Што мне тут рабіць? І што гэта з трусікам? Ён нават аб мяне не спатыкнуўся. Дзівіўся Слімак. Але ў той момант Ухцік адчуваў такую гаручую горыч, што для кагосьці іншага яе ўжо не засталося. Ну што ж, можа раніцай і яму, і Ахціку будзе лягчэй. Пераклад Вероніка Бялькович. Чытала Руся Шукюрова.